людей сидит. С этой стороны вон понаехала. Вот такие кабанчики. Такая вот мушка. Такие кабаны. Погода вообще что-то испортилась. Приехал, ветерка-то и не было. Слабенький совсем был. А сейчас ветер и снег. Приехал я. Вот в этой куче, но тут никого не было еще. Несколько человек мы с утра прям приехали. А потом, вернее, я ушел вот туда, сел один. Вот там. И у меня начало клевать. Ну и после этого вот столько народу туда набежало. И я ушел оттуда. Ловчик промежуточный. Еще не вечер, я надеюсь, еще поймаю хотя бы столько же рыбы. Вообще зачетно, это не то, что в Стародубске там пиявочек вот таких вот ловить. Вот в Стародубске такие клюют, а здесь вот такие кони. Сейчас хочу гирлянду поменять, так потихо полавливаю. Там нахожусь 9 километров, где-то 8-9, не знаю точно, глубина 40 метров. Таскать тяжело, ну хоть на ваге нет. Этих чубайсов штук 5, наверное, маленьких поймал. Ну и пока все. Крупной на ваге нет здесь. Налил, сейчас пару бутиков замахнем, пока не клюет. И пойдем дальше. Куда я самовар свой дел, елки-палки. Вот, клюнуло. Дождался. Уже хотел гирлянду менять и переходить. Вот, сейчас посмотрим. Должна еще клювать. О, вот он, зубаречек. Купил, не выдержал я удочку эту себе, хигашика, катушка старая, без названия, СТ-200 какая-то, это еще отец присылал мне, жесткая, удобная, поклевки чувствуются хорошо. Так, ладно, попробуем. Погода портится совсем. Что-то вчера смотрел, ветерок был, но не такой сильный, да и снега не видно было. Говорят, там дорогу уже начала переметать немножко. Сейчас посидим еще, посмотрим. Так рыбка прибавляется по чуть-чуть. Уже. Так вот, самураи тут, лифтеры лежат. И что там? Опа, что-то есть. Наважный лифтер, хотя неизвестно, мне кажется, это все-таки
маленький чубайс рыжий. Ну а кто же? Клюнуло или подсек. Непонятно. Лишь бы не ушла посмотреть. Ёлки-палки. Аж руку выгинает. Что такое-то может быть? О! Даже и вот так бывает. Здорово. Опа. Вот так бы клювала она. По две штучки. С полчасика поклювала бы. Хорошенький. Что-то народ разбегается, куда-то разъезжается. Но у нас тут такси под боком, так что мы пока не переживаем. Ну все, на сегодня хватит. Время 16:04. Года не успокаиваю. До дома хватит на сегодня. Вот такой лох. 10 кг, наверное. Есть. Рыба хорошая. Зачетная. Все, залез в машину. Колотунов собачий. Ветрище вообще жуткий. Там в море вообще сильный снег. Ничего не видно, нифига. Мы встретили таксиста. Санки потерял. Не знает, куда ехать, в какую сторону. Там еще и люди у него, 3 человека остались. Ну, они с другими таксистами приедут. Ну, улов, в принципе, нормальный. 10 килограмм, наверное, поймал. Хватит. Рыба зато хорошая, крупная. Вон, принимают. Тут 400 рублей килограмм можно сдать. Ну, мы сдавать не будем. Сами посушим, сами съедим. Замерз. Слов даже нету, как бы. Как собака. Все, всех с наступающим 23 февраля. Поздравляю с праздником вас. С наступающим, не знаю, поеду я еще перед ним либо на него. Ну все, всех с праздником, с наступающим. Все, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте.